О, блядь, всем привет, ребят. Хорошая у меня люстра дома. В общем, короче, наконец-то выходит компедиум. Охрененная новость же, а? 8 мая, где-то часов 8 по московскому времени. Может, чуть раньше выйдет наш долгожданный компедиум. Я лично его долго ждал. Я обязательно обещаю вам, как только он выйдет, сразу же его куплю. Сделаю сразу же обзор, стоит ли его вам брать, или это бессмысленная вещь, можно ли на нем заработать будет. Обязательно все это я вам расскажу, объясню. Ну, вы знаете, что я зарабатываю в Стиме больше 5000 в месяц, это точно. На протяжении уже, ну, года 2-3 я зарабатываю таким образом, только в Стиме, нигде не работаю. В общем-то, мне не надо работать, потому что у меня работают родители. Это как дополнительный просто заработок. Как и у большинства вас также будет, я надеюсь. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы мне было кому снимать эти видео. Я снимаю заработок на CSGO, Dota, и, соответственно, играю в эти игры, различные фишки, знаю у них. В Dota у меня 3500 часов, в CSGO чуть меньше, я 1200 играю часов. В общем-то, играть я в обе игры умею вполне себе нормально. Обязательно подписывайтесь на канал, как я уже говорил, потому что я смотрю, что так мало подписчиков, столько интересной информации, получается, что я должен сам с собой ею делиться, снимать для себя. Мне же охота для вас, чтобы был какой-то фидбэк, какой-то отклик. Обязательно нужно подписаться, пролайкать, прокомментировать. Это не то, чтобы просто как стимул для развития канала, а именно для того, чтобы вы подписались и стали зарабатывать вместе со мной большие деньги на Стиме. Это реально. Как бы все пруфы, если вы не верите, что я зарабатываю, обязательно я покажу в последующих видео. Далее по программе, что я буду снимать, намерен снимать. Ну, первое, как я вам уже обещал, я куплю компедиум и сниму его. Стоит ли его брать, обзор на компедиум. Второе, я дам вам, ну, для затравочки первую такую, самую простенькую схему заработка в Стиме. Не скажу на чем, не буду спойлерить. Ну и далее, как пойдет. Обязательно сделаем подборку бомжатских пушек в CSGO. Подборку дешевых, но красивых вещей в Доте. Все это будет. И сейчас вот уже начнем. Если компедиум еще не вышел, то обязательно продавайте все свои шмотки в Стиме. Без разницы, из PUBG, из Доты, со всех игр. Продавайте. Потому что как только компедиум выйдет, они все обрушатся в цене. И, соответственно, вы можете эти же вещи потом опять выкупить. А сейчас вы продаете по 100% цене, получается. Как компедиум выйдет, все начнут сливать шмотки, чтобы его купить. Рынок просядет буквально, ну, не знаю, 50-70%. Вы можете потерять, если не продадите сейчас же эти вещи. А потом их же можете выкупить, как я уже говорил. Может быть, какие-то проблемы со звуком, аппаратуры еще должной нету, как бы я еще полностью не готов к снятию прям суперского контента, это все стоит немалых денег там. Ну, пока будем подручными средствами, так сказать, пользоваться, если это все зайдет, я обещаю, я все куплю. В принципе, для вас, дорогие подписчики и будущие подписчики, ничего не жалко. Так. А если компедиум уже вышел к тому моменту, как вы смотрите это видео, то это неплохой шанс. Рынок просел. Купить вещи, естественно. Купить шмотки. Какие вам нравятся, какие вам, может быть, не нравятся. Просто берете их, покупайте. Ждете месяцев 6. Цены выровняются. Снова поднимутся вверх. И вы разбогатеете. Ну, как говорится, там, где я, там и заработок. То есть, будьте со мной, дорогие друзья, и вы станете, ну,
богатеями стимовскими. Про вас будут писать в новостях, что один из самых богатых людей, оказывается, зарабатывает только на Стиме. Ну, при том у вас будет еще свой канал, еще там некоторые фишки, на которых вы будете зарабатывать, свои социальные ресурсы, свой сайт. Все это, как это все делать, я объясню. Для вас только нужно подписаться, пролайкать, закомментировать, немножечко меня помотивировать, чтобы я снимал каждый день самую топовую информацию, чтобы все эти блогеры, которые остальные снимают, они просто, блять, что это такое? Это же идеальный блогер. Оказывается, мы снимали какую-то хрень, а Израиль Гейминг дает нам такие советы, в том числе и нам. Они будут у меня слизывать потом советы, собирать на мне же подписчиков. Ну, неблагодарное создание. Не упоминать меня, то, что эти советы, оказывается, давал Израиль Гейминг. Ну, а вы, я верю в вас, что вы благодарные, воспитанные, классные ребятки, желающие заработать денег. От меня все эти заработки, короче, для вас будут. Всех люблю, целую. Опа, запульнул куда-то этот напульсник. Подписывайтесь, в сотый раз повторяю, лайкайте. Я вас ценю. Смотрите, какая футболка классная. Что вы думаете, просто так, что ли, заработал-то на нее? Steam рулит. Заработок на Steam, на Dota, на CSGO, в том числе. Израиль Гейминг. Все будет. Все будет, я вам обещаю. Верьте.